Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Я сегодня в шоке. Я, конечно, ожидала посылочку, но что она будет таких невероятных размеров, я даже не могла подумать об этом. Это посылочка от моей зрительницы, от Ольги Месиченко. Оля, ну, у меня нет слов. Я, конечно, знаю, что гофрированная бумага не уместится в маленький конвертик, но вес этой посылки... Ой, ну что, товарищи, сейчас буду я распаковывать эту посылочку. Сразу хочу сказать, что я не получаю посылок. Я не помню вообще... Ну, может быть, лет 15 назад я получала небольшую посылочку от родственников. И все, я никогда не получала посылок. Ну, я не считаю интернет-магазины, где я заказывала сама. Там я, в общем-то, уже знаю, что придет. А здесь вот я первый раз вскрываю посылку. Вот так, сейчас мы это сделаем. Вау! Ничего себе! Ничего себе! Конфетки, москвичка! Привет москвичам! Днем рождения! Спасибо большое! У меня скоро день рождения. Ровных крестиков и творческих успехов. Большое спасибо тебе. Обалдеть! Магнитик. Можайск, Никольский собор. Вот отсюда я получила посылочку. Ой, нет, ну это обалдеть можно. Вау! Вау! Ничего себе! Ничего себе! Ой, девочки, я тут увлеклась букетиками из конфет. Я только начала их делать и не могла в нашем городе найти бумагу. Вернее, я сначала ее нашла в Леонардо, но там она была очень дорогущая. И моя зрительница Оля сказала мне, что у нее есть бумага, и она ей не нужна. Ну... Я даже не ожидала, что такое количество бумаги. Оля, спасибо тебе большое. Я думаю, что мне здесь на всю оставшуюся жизнь. Самое интересное, что вот я ходила по магазинам, я искала зеленую, у нас вообще нет зеленой бумаги. Ну, видимо, ходовая, наверное, зеленая. Ее сразу разбирают, что ли, я не знаю. Причем бумага это не канцелярская бумага, а это настоящая гофрированная бумага для создания букетов. Она дороже, чем простая бумага. Ой, а вот это вообще цветная, какая классная. Это заворачивать, я так понимаю, букетик. Вот из этих вот, вот из этой вот бумаги делаются сами цветы. А вот эта бумага, видимо, она оберточная для самого букетика. Я, конечно же, еще буду учиться и потом в дальнейшем планирую вам показать, как я делаю эти букетики. Первый букетик пробный я уже показывала, я делала для Светы Абакаровой. И вот сейчас я вам вставлю видео на день учителя в школу. Я наделала букетики в школу вот учителям. Сейчас вставлю вам видео. Ну, большое спасибо тебе, Оля.
кошка моя в шоке, смотри, она. Она просто с ума сошла. Это, не знаю. Оля, ты, наверное, скупила весь магазин. Большое тебе спасибо. Большущее спасибо. Так приятно получать на день рождения именно то, что хочется. Вот то, что я искала и то, что я хотела получить, я получила. Но, Олечка, у меня для тебя тоже есть сюрприз. Я тебе отправлю вот такой вот наборчик. Мы с тобой уже обсуждали. Вот я его приготовила. Так что жди ответную посылочку. Но всех зрителей своих я благодарю за то, что вы были со мной в этот радостный день. Всем желаю удачи, ровных вам крестиков. С вами была Инесса. Пока-пока!